Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Поработаем над системой. Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Rust и продолжаем кооператив с Дементором Ди. Всем доброго времени суток. Да, мы тут только что завалили эпично медведя, правда вы этого не видели. Он тут Дементор бегает, носится. Я, кстати, себе сделал полный комплект одежды, в отличие от некоторых. В отличие от некоторых, которые притащили сюда тебе материал. Ничего, ничего не знаю, все было мое. Шлемак мой! Я тебе шлем сделал! Шлемак мой! Так вот, я вот что думаю, сначала отстроить все-таки стены и чтобы хоть как-то дверь там поставить или. Или что? Или печку. Как думаешь? А, стены ставь, конечно. Сначала стены. Ну да, сначала, наверное, все-таки нужно. На печку там дерево, немножко камня, да, это. Там этот жир нужен. Там же и кожа, которая вообще не нужна для стен, поэтому и то делать. А, ну да, в принципе, можно и то делать. Так, ладно, я тогда пошел. Иди, моя маленькая кухаечка, делай досочки, делай место. Раза. Так, мы маленькие архитекторы. Вот планк скрафчу. Вот планки. Чей дом с лестницей на крышу? У нас есть лестница? Нет. Нет, у нас нет лестницы. Так, ты. Я там... сейчас опять забыл. О, слушай, вот планки скрафтились. Не, ну по одному дереву добывать это не кайф. Ты там куча деревьев не нашла? Я кучками тут добываю. Я не знаю, где ты умудряешься. Вон я камень добываю, кучки. Не, ну камень я тоже находил. А вот кучки дерева. А я, походу, просто бегу по твоим следам. Вот я все... так понимаю, мы сменились олями. Теперь я добытчик. Ага. Ты у нас. А как медведя валить так? А что я? Что я могу сделать? Не, прошлого, кстати, ты завалила, да, несколько лопом. Ну последнего. Да! Герой вообще, да. Я с него даже яку собрала. О, а я зато вижу свиняру. Это наш дом? Свинья! Я просто у нее на хвосте, и я ей в копчик пускаю топор. Слушай, вот свинью лучше всего охотится, серьезно. Она медленно бегает, и ее можно выносить. Мне правда неприятно, мало падает. Кажется. Это наш дом реально стоит? Ну да, наверное. Кушает по кашу, не увидно? Да, я же говорю, ориентир четкий. Я уже не этот. Подожди, а где он? Ориентир четкий, я его потерял. Я тебе... Ну ладно. Так, я тут добываю кучки. Я тебе вкусняшек принесла. Ты вкусняшек принесла? А я потерялся опять, пока тут за свинкой гонялся. О, кучка дерева. Так, ну я помню, что я бежал определенно с той стороны. Так что надо будет туда вернуться. Сейчас мы посмотрим, оставил ли мне шашлык что-нибудь там пожевать. О, да, там много всего. Там много всего. Шашлык я оставил в костре шашлык. Заблокивать в кубе. Угу. О, у меня уже 130 дерева. У меня 177. Мне эти... 179. Планки, да? Да, вот планки делай по максимуму. Планк, 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 планк. Я бы еще такой, чтобы на волка поохотиться, но... Ладно, это вдвоем надо. Ну, не обязательно, но желательно. Вдвоем просто проще. Олени. Олени мочи. У меня, кстати, 4 кожи, если не ошибаюсь. А тут у меня просто 44. Кожи? Да. Что здесь кто-то... А, это олень ходит. А у меня 44 кожи. Так... Но я потерял наш дом. По-моему, он где-то вот... А вон они, те два высоких дерева, значит, там должен... Возвращать домой и фигачить эти мешочки с фойлом, да? Фойл. С топливом. 10 штук. Подожди, я что-то не могу сейчас найти наш дом.
Блин, это yep. мне не нравится. Это не совсем не нравится, ребята. А, вот, я нашел наш дом, да, все правильно. Вон там кто-то бегает, сейчас пойду убью его. Кто же это может быть? Да, кто же это такое? Ну-ка, не убивай, я женщина, я чуть готовить начну. Подожди, не убивай. Ты мне вот планки отдай. А, да, тоже скрафтились. Да? Угу. Тебе кожа, фигли. А зачем мне столько кожи? Это, на тебе сразу все. А, ну отлично. Чё так мало? Давай еще. Все, пойдешь. Так вот, печка, она в... Печка? Надо 10 этих. 10 сначала. Love, great. Ага, их нужно 10, да? Раз, так, 3, 4, точно. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пошли крафтиться. Пошли крафтиться 10 штук. Так, а потом печка... Ну, в это время... 10 да. штук скрафтятся. Я тебе камень скинул, дерево там должно быть. Дерево у меня 179, нормально. Ну вот, а 100 дерева есть, значит, скрафтишь сейчас печку поставить. Сейчас да. мы получим фрагменты. Так. А пока у нас делается, значит, топливо. Мы с тобой поговорим о политике великой страны, которая называется Лихтенштейн. Ух ты, как ты меня врасплох-то застала со своим Лихтенштейном. О, я дом потерял. Замечательно. А про Лихтенштейн-то что? Политика? Как вам... Вы знаете, что это очень богатая страна? Лихтенштейн? Да. Ну, нет. Ну, во-первых, она находится, ну, это все это святая волшебная Европа. Ага. Она страна карлик, она вообще еле видна. На карте вы ее фиг увидите, господа. Кому интересно, гуглим. Угу. Значит, она богата всяким. Что ты делаешь? Ставлю печку. Ты бегаешь с мешком, как я не знаю. Так я думаю, куда печку поставить. Ну, Может ее на костер поставить? Чтобы его задрапировать. Во. Вот сюда бы куда-нибудь, вот в угол сюда поставил, или вот сюда в угол. Я поставил печку вот, на костер. Слушай, а мы к костру теперь доберемся? Нет. Нет? Или можно? Или это специально так надо делать? А я не знаю. Специально так надо? А почему я только в печку могу залезть? Ну и пофиг, пусть теперь у нас так будет печь. У нас теперь... А там кушеньки. Слушай, какой ты нехороший. Ну это все ты виновата. Потому что ты в середину дома поставила костер. Все. Потому что я попасть... Все, сказал. Я сказал все. И не надо здесь, и не начинай. Нефиг в середину дома ставить костер. У тебя еще кушеньки осталось? Ну, в смысле, не пережай. Тебе ничего не дам. Нет, я поспрошу. Я подтащила тебе 9 кусков. Я тебе принесла 9 кусков, как бы. Ничего он мне не даст вообще. Вот он мне ничего не даст. На, дерево тебе. Ничего мне. Где? Тебя опять нету, ты опять вылетел. А, нет, ты не вылетел. Так что ж ты его сюда кидаешь? Я же там. А я где стою? Скажи мне. Ты стоишь на этом... На спальнике, на между ними. А, я какая умничка, я вылетела. О, да, и ты такая... Потому что я хожу... Слушай, ты спать легла такая, чисто... Ты стоял, вырубился. Отбой! Отбой 2 секунды. Все. Ё-моё! Ну-ка, приконнектируйся. Так вот... А в печке ж можно готовить, я надеюсь? Или нет? Без понятия. Вообще можно, по сути. Так, ладно, разберемся. Сейчас я тут столбики доставлю. Столбики он там достраивает. Чем я не понимаю, господа? Чем ему понравился мой столбик? В середине, да, который, ну, вообще... Середин? А почему нет? А почему нет? Действительно, это же так классно. Столбик и в середине. А он, ты видишь, ты когда берешь столбик, там столько вариаций его поставить, и я просто соблазнилась. Я их уже поставил вон по периметру.
Вот зачем? Ну ладно, будем считать, что печка на него опирается. Это хоть как-то тебя оправдает. Хоть отмазка. Да. Спасибо. Я бы сама не придумала. Ой, это что такое? А это нормально. Да столб. Вот этот вот столб, это совершенно нормально. Да, они совершенно все нормальные, абсолютно нормальные, потому что они стоят по периметру. Совершенно нормально. Сейчас там появятся стены. Совсем вообще... не по периметру. Ну, я хочу... Ладно. В моем понятии это периметр. А, подожди, соль-то в чем? Ты-то в дверь поставишь, я-то открыть не смогу. Да, понимаешь? Поставим вот здесь тогда вторую дверь. Одна здесь вот вторую. Вот здесь вот дверь вторую надо. Слушай, нет, не стену, дверь. А я не могу стену. Стена почему-то не ставится теперь. Потому что у вас неправильные колонны. Не, она как-то... А ну-ка, подожди. Она почему-то вот сюда ставится. И вот сюда ставится. А сюда нифига не ставится. Ну ладно. Ну, сейчас потыкнемся, может у тебя... О, а чё ты не копаешь? Вон камушек. Где? Бесшусь. А, ну, давай, бегом. Так, я сейчас поставлю тогда второй дверной проем, да? Слушай, а может уголь для печки? А, скорее всего, так оно и есть. Я чё-то женщина молодая такая вся. Вот это что такое? Это металл... да. И чё печка, и переплавляй, и ты умеешь... Это она будет переплавлять? Ладно, пускай переплавляет, дай бог. Она переплавляет, ты думаешь? Я надеюсь. Я туда 70... угля положил. Куда? В печку. Так, сейчас. Тумс. Так вот. Куда тебя там выгоняют? Так вот, печка-то не работает на самом деле. Никак. Потому что надо гуглить. Да, надо гуглить. Ладно, я вообще занимаюсь... А, поняла. Нет, не поняла, хорошо. Я вообще занимаюсь тут строительством всяких дверных проемов, в отличие от некоторых, которые там печки. Я камни сюда положил. Я туда кинул этого... Лоты. А чё надо? Да что так? Может, ей нужно... Подождать. Я такой нуб. Так, подожди. Слушай, а, ну да. А вот ты скажи, а как крутить дверной проем? Вот он, вот сюда вот он ставится, а вот сюда он нифига. А этот колесика нет, да? Так. Ты как так сделал? Иди отсюда. Помоги. Колесик, как я сам не догадался. Так, все. Ох ты какая нервная. Так, все. Женщина. Все. Этого не было. Нет. Я у тебя никогда... Нет, я на самом деле, у меня колесико на мышке сломано. Поэтому я колесиком никогда не пользуюсь. И в Майнкрафте я колесиком не пользуюсь. А, ну правильно, зачем там колесико? Ты тоже на клаве? В Майнкрафте? Да. Ну да. Ну, в смысле того, что. А что там колесиком делать? Ну, панель быстрого доступа, вот этих вот 9-8 предметов там лежит то, что. Угу. Я раньше играл. Да, колесик. Это я колесиком прокручиваю, да. А я, после того, как у меня сломалось колесико, я научилась это на клавиатуре, причем намного быстрее, намного удобнее это делать. Так что. Так, по-моему, еще 3 стены нам надо, да? Раз, два, три. Да, 3 стены. Дом, сейчас вижу. Делаю 3 стены, и у нас уже целый такой дом. И потом тогда, получается, 2 двери надо будет поставить. Но одну я, вторую ты. Чтобы у меня была своя дверь, а у тебя своя. Я хорошо я вспомнила. Я тоже вот по этим, по ребят. Там волк стоит, слушай. Пойдем поохотимся на волка. А где? Где? Ты меня видишь сейчас. Олежка. Вот. Где вторая дверь моя? Где вторая твоя дверь? Ну, сейчас. Беги туда. Да я пока не бегу. Вот налево. Вот туда, да. Куда? Нет. Вот, я прыгаю, ну. Не вижу тебя. А, вон вижу, все. Сейчас так, у меня вот 5 вот секунд, и я стоит. Побегу. Давай, Бог. А, крафтишь, извини, эти суды. Все, я могу бежать. Где волк? Так, во-первых, справа Олежка стоит. Олежка нам нужен? Да, давай лучше волка. Волк прямо будет.
вон он. Вон, побежали. Так, ну что, ты приманка, а я убиваю, да? Вон еще один. Вон, пойдем сначала черного. Сразу двух. Да он тоже белый вообще-то. А у меня один черный, другой белый. Ай, что так больно. Белый. Ну ты теперь как-нибудь по кругу бегай, чтобы я его не... Я бегу за тобой. Прикольный. Ай, о, у нас отработанная система, да все, он уже готов. А что это? Вот тема такая. А что мне его не добыть? Так что я его вместе забираю. Слушай, из волка выпадает больше, чем из оленя. Так, побежали за следующего. Так этот тоже белым был. А этот у меня черный, короче, а этот белый. Ну ладно, так, давай, пошла по кругу. Пошла. Убивайте меня. Смотри, как я по тебе не попал топором. Ну, готов. Ох ты. Шарка готов. Так, добывай. Вот, как мне нравится. Отработанная система. На медведя пойдем? А где? По-моему, он где-то был. А ну-ка, побежали. На самом за деле, мной. После той темы. О, подожди, у меня хп мало. Сколько? 31. Ну ладно, я тут свинюку пока запинаю, а ты такой иди там подлечись возле костра. Вон там камушек впереди. Иди подлечись. Да! О, камушек! Подожди, камушек! Ну ты вот я знаю, почему ты его не соберёшь. Я зато свиняку тут заводил. Зачем тебе свиняка? Да куда он будет? Зачем нам камушек? Зачем? Вот именно, зачем нам камушек? Чё ты вот кричишь на меня? Вот что это? Что я тебе сделала? Что я тебе сделала? Вот обижает. А вот где наш дом? Вот. А, Маша и Стяша. Я бегу к дому. Ты где? Машка, потяжка. Ты где? Я иду. Ну ок. Я дома. Так, слушай. Свинья! По-моему, я больше ее напугал. Медведь! Медведь, большой медведь! Бежит на меня! А, ты возле медведя. Давай, там, беги сюда и давай круги нарезай. Подожди, а может он в дверь за... Да вот, стой, давай. Ну или ладно, давай в дверь. Я не хочу умереть! Подожди. Он за тобой бежит? Да, он за тобой. Ну я пока ему в хвост туда. Или... Попец. Попец ему топором. Топором да в попец. Так, зайди в дверь. А, да, вот он застрял. Тупить тут начинает. Ага. Так, я выходить не буду, иди на это. Да, да. Сами со своим медведем. Все, мишень готов. Слушай, гениально. Так, уже отработанная система. Или вот эти мишки. И мишка, и волчаки. Все... Так, ты где? Да так. Я здесь. Давай, моя маленькая, себе этот... Так, смотри, у нас какой дом. Ты ведь... О, смотри, он полноценный теперь. Отсутствие дверей тебя не возмущает, да? Ну, блин, два дверных проема есть. То есть... А почему? Начало положено. Блин, я даже без понятия, как тут... Что делать-то, ну ё-моё. В печке? Да, ну, что с этой прогуглим печкой? Прогуглим и потом разберемся. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык и Дементор Ди. Всего доброго!